Летом славянские школьники не только отдыхают и набираются сил перед новым учебным годом. Многие ребята каникулы решают провести с пользой. Они устраиваются на работу. В этом им помогают центры занятости и администрации поселений. В первом славянском лицее вовсю кипит работа. Трудовая практика – отличная возможность не только приобретения навыков совместного труда, но и реальная помощь для учреждения образования. Каждый год ученики 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов участвуют в облагораживании пришкольного участка в летний период. Потому что, естественно, что это лето, тепло, растут сорняки. Нужно ухаживать за цветниками, за пришкольным участком. Поэтому дети по очереди, каждая параллель приходит и проводит, мы ее называем практикой. По сути, это работа по облагораживанию школьного двора. Ребята готовят стадион, сейчас убирают сено, стадион косится для того, чтобы они могли потом полноценно заниматься футболом на этом поле. Летняя занятость – это организация досуга и радость от того, что помогаешь родному лицею. Мы четвертый день работаем с моими друзьями. Мы убираем газон, убираем листья для нашей любимой школы, лицея номер один. Нам очень нравится работать, мы делаем это с удовольствием. Ремонтная бригада – очень хорошее подспорье для лицея, чтобы привести его в полный порядок к новому учебному году. Ребята подкрашивают здание начальной школы, которому уже больше 100 лет. Работа, в принципе, мне нравится, сложных моментов нету. Перекрашивали школу, чтобы она выглядела получше, чтобы дети, которые будут приходить сюда учиться, видели красоту всей школы. Коллектив, да, очень дружный, у нас все очень легко получается, мы довольно очень быстро красим. И 12-й школе старшеклассники помогают стать более красивой и ухоженной. Хорошо, что они трудоустроены и заработают за свой труд деньги, которые смогут потратить на собственные нужды. Первый год работаю в рембригаде, все очень нравится, работаю с друзьями, ухаживаем за растениями, за елками, убираем траву, моем полы. Помогает делу и то, что трудовая четверть проходит в окружении школьных товарищей, с которыми легко общаться. Они же при необходимости помогут в работе. Мне очень нравится эта работа, я очень рада, что могу помочь своей школе, поскольку мне тут очень нравится. Мы тут убираемся, моем полы, протираем пыль и поливаем цветы. Все ради порядка в нашей школе. Под руководством педагогов ученики трудятся на своей первой официальной работе и готовят любимую школу к 1 сентября. Во время работы ребята приобретают привычку к труду. Это им пригодится, когда они выйдут во взрослую жизнь. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».